Так что вот так. Но знаешь, братан, теперь ты хотя бы в курсе, как там все устроено. А, вот вроде у тебя все неплохо, но твои эти удары. Че, гвозди что ли забиваешь? Ты можешь ко мне в любое время обратиться. Я тебе помогу. Ну я же твой брат в конце концов. Ну ты что, надумал? Так ладно, давай иди отсюда. Кримсон, ну я же тебе еще в прошлый раз сказал. Мы оба знаем, кто из нас сильнее. Оба? Оба? Это ты знаешь. В прошлый раз ты победил меня в хардкор-матче. Там все что угодно могло произойти. А сейчас я хочу узнать, кто из нас сильнее. В честном бою. Ну, Кримсон, ну так все хорошо было, а? У нас не было никаких проблем. Мы были самой успешной командой, а теперь ты просто хочешь взять и все это разрушить. Ты только что поставил меня перед очень сложным выбором. С одной стороны, ты мой друг, и я не хочу тебя покалечить. Но с другой стороны, я не хочу выглядеть трусом. Поэтому знаешь что? А я принимаю твой вызов. Только запомни, на Кубке Президента мы с тобой не друзья. И для тебя, как и для всех МФР, действует одно правило. Не стой! На пути! Локомотива!